Вот это клещ. А ползет он по поверхности, на которую только что прыснуто, ну, антиклещевой, это аэрозоль, ОФ называется. Она прыснута где-то минуту назад. Я его иголкой сюда подтянул, ну, вот где-то там 10 секунд назад. Когда он выходил из этой зоны, так он спокойно бегал себе. Сейчас вот просто он в жидкости в этой. Я сейчас попробую вызволить из этой зоны поражения. Ну-ка, иди сюда. Вот. Вот тут уже сухо. Вот. Смотри, как он уцепился. Мою эту. Ну ладно. Ага. Вот. И вот он себе на воле. Вот, может, дыха. Может, это он и уже и помирает. Да, фиг вам, сказал он. Я еще поживу. Как пьяный. Наверное, на него это влияет. Как-то. Ну, давай. Давай. Я его не бил физически-то, просто, ага, это он все на спине лежал, поэтому и ковырялся. А сейчас бежит вот в эту зону, бежит, ага, обошел эту зону, бежит себе спокойно. Так что на него этот ОФ очень шибко и не действует. Вот сейчас вот мы сделаем опять его туда, он опять... О, попал в эту зону. И хоть бы что, бежит по ней, как все равно, что ему ничего и не страшно было. Вот таким образом. Еще вот такая. Опять я его туда, в эту зону кинул, на иголки. И он хоть бы что бегает. Покупайте ОФ. Он безвреден для клещов. Покупайте, люди, ОФ. Он безвреден для клещов. Ну ладно. Сейчас мы его будем как-то по-другому уничтожать. Уничтожать. Опа. Вот прямой огонь от спички его, кажется, погубил. Так что клещи надо спичками сжигать, а ОФа он не боится. Вот это спрей от комаров. Но клещам, это спрей для комаров, он безвреден для клещей.